В нашем распоряжении два прибора. Звуковой генератор, позволяющий получить на выходе гармонический синусоидальный сигнал заданной частоты, и язычковый частотомер, язычки которого настроены в резонанс с частотами в интервале от 43 до 57 Гц. Этот язычковый частотомер позволяет сделать качественный, а в ряде случаев даже полуколичественный Фурье-анализ того сигнала, который подан на его вход. Сейчас подан гармонический сигнал с частотой 50 Гц. Для того, чтобы проверить возможности частотомера, я воспользуюсь амплитудной модуляцией сигнала на выходе генератора. Причем модулировать я его буду вручную. Вот эта ручка, регулировка напряжения на выходе. Давайте я ее буду крутить туда-сюда, меняя амплитуду. К сожалению, я закрываю стрелку вольтметра, а то было бы видно, как она болтается. А вы посмотрите, пожалуйста, на панель частотомера. Я надеюсь, что видно, появились дополнительные гармоники. Крайние гармоники соответствуют частотам 53 и 47 Гц. То есть мне удается крутить ручку регулировка выхода с частотой в 3 Гц. Звук, который издает частотомер, связан с тем, что при увеличении амплитуды сигнала на его входе язычки начинают стучать по краям той щели, в которой они находятся.